пока. Боже, 10 минут прошло, а я так быстро с ним справился. Все? Всем привет! С вами Рома, вы на канале Рома Гейм, Game Zone, и сегодня мы сыграем... Да, я опоздал где-то на 1000 миллионов лет, но мы сыграем Buckshot Roulette. Компьютерная игра by Mike Leiber. Короче, мы сыграем в эту игру, потому что, во-первых, это азарт, удача, а я подключу всю свою удачу. У меня отец это... как его... кого бы назвать, у кого есть удача? Ханько, или как там его звали, который с 4-11 минут удачи пошло. Афрат, какая песня. Что такое? Что происходит? Вот это сбоку, что это? А, я могу тыкнуть два раза. Это туса. Мужик, не кури, это вредно для здоровья. Вот это я с ноги. Please seek the wear. Ну давай. Так, что я могу... Ну давай. А, уже нормально работает. Я просто, когда проверял игру, там написалось как-то неправильно, потому что надо было сначала нажать на одну кнопку, потом на другую. Ну уже хорошо. Ну давай, меня Рома зовут. Сыграем в игру. Я не знаю, как мне повезет сейчас или не повезет, но давай. Один настоящий, два холостых. Заряжаю патроны, короче. Ну давай. Окей. Давай я в себя стрельну. О-хо! Сейчас 50 на 50. Давай. Давай в тебя стрельну. Да! Выкуси! А ты дальше ничего не сделаешь, там пустой патрон остался. О, чипсина. Ну все, провалил. Три настоящих, два холостых. Капец. А вот тут как, если я выстрелю один раз, я выиграю, если нет, то нет. Типа, если сейчас выстрелю в него, это большой шанс. Да. Этот шанс и случился. И чё, вот закончилось у меня... А, дилеров зовут. Хорошо. Я выиграл! У-ху! А это только первый раунд. Давай второй. Давай сделаем немного интересней. Да, я немножко прокачал свой английский. Два предмета. Хорошо. А что это? Лупа такая? И сигареты. Лупа и сигареты. Так, снова я... Ой, у нас по 4 теперь. А у тебя наручники. Одна жизнь, один проигрыш. Фу ты, блин. Один заряженный. Ну давай попробуем воспользоваться лупой. Ага, настоящий. Хорошо, давай. Пока! А почему у меня так звук запоздал? Он стрельнул, а там уже только стрелок сделал. Чё ты... Что ты хочешь у него сделать? Себе выстрелить? Ну, блин, ладно. А ты умный. У тебя искусственный интеллект есть. Хорошо. Еще два предмета. Так, нож и... бок. Что? Еще сигарета. Ну, у меня есть две жизни на всякий случай, если я... А у него тоже, кстати. Две настоящие, два холостых. Ну, вообще не настоящие. В этот раз стрельну в себя. Пожалуйста! Да! Ой, блин. А давай я теперь порежу. Что он делает? Ага. 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 Ну давай встрельну в тебя. Надеюсь, пока. Да! Если что, я ничего не знаю. Я тут не взломал ничего, я просто стреляю наугад. Капец, пожалуйста, пусть это будет холостой. А, спасибо, я понял. Стрельни в себя, пожалуйста, один раз, чтобы я... Вот дебил! Жизнь отхиливает. Он только что достал патрон.
Не, откуда я знаю, как работает этот предмет? Я просто раньше видел эту игру и примерно понимаю, что эти за предметы делают. Поэтому мне несложно догадаться, что предметы каждый делает. Допустим, сигареты восстанавливают здоровье. Или это восстанавливает здоровье? А, не, это пропускает ход. А это патрон. Хорошо, что мы имеем по патрончикам? Хорошо. Смотри. Что мы сделаем? Давайте сделаем следующим образом. Я стрельну в себя. Надеюсь. И если будет неправильно... Давай порежем. Ну, у нас тактика такая же. Надеюсь, надеюсь. Пока. Да! А чё я так быстро прохожу? 5 минут прошло! Но еще не... А, я полностью его сгобил. Знобил. Капец, как мне сопутствует удача. Ну, давай. Как я чувствую, я своей чуйкой чувствую. Вот эта чуйка прокачанная. Ха-ха! Но, как говорили великие люди, финальный раунд. Больше не будут работать, не прибираю больше крови. Но сейчас ты и я, мы танцуем со смертью, короче. Там, я так и не до конца допереводил. Надо, наверное, перевести, что там написано. Короче, как говорили великие люди... 4 предмета могу взять, хорошо. На том и интересно. Наручники, лупа, еще одна лупа. Как говорили люди, не надо праздновать победу, до пока не случился финал. Потому что человек, когда почувствует, как бы сказать, победу, он уже проигрывает. Поэтому я выстрелю в себя, чтобы подтвердить, что я не стекло. Смотри. Нету смысла брать наручники. Ну давай выстрелим. У нас есть хотя бы... Как мне везет! Просто в наглую везет! Он либо выпьет, либо выкурит. Ну он выкурил. Хорошо, я понял тебя. Да ты интересный игрок. Ну он выстрелил в себя, понятно. Он мою пулю просто выкурил. Я его тоже могу пулю выкурить, но это ладно. Нам, кстати, надо какой-то предмет еще использовать. Нож, лупа, нож. Блин. Гениальный план, очень гениальный план, смотри. Короче, вешаем на него наручники, правильно? Смотри, вешаем на него наручники. Я смотрю в лупу, если там есть это. Да, есть. Мы стреляем один раз. И это будет первая стрельба. Если мы стреляем, ну я как уже понял по игре, если там бы был холостой и мы стреляли на себя, этот ход не засчитывается, а этот засчитался. Но он сейчас в наручниках и ничего не может сделать. Правильно? Да, он высвобождается с наручников. Сейчас мы смотрим, если холостой, мы стреляем в себя. Все, мы стреляем в себя. Мы стреляем в себя, этот ход не засчитывается. Вот. Этот ход не засчитывается до сих пор. Смотрим еще раз. Если снова не засчитывается, то снова холостой. Блин, я в какой-то момент могу просто не быть. Просто все холостые потратить. Но тогда я смогу отпилить и просто с уверенностью стрельнуть в него. Так, и давай последнюю лупу. Конечно, я зря так делаю, но... Холостой. Хорошо. Мы сейчас потратили все холостые, я как понял, да? Очень много холостых валяется. Ну, а сейчас единственный вариант это отпилить, потому что остается очень мало красных. Ну, очень много красных, а пустых мы много потратили. Да! Ой, сейчас у него дефибриллятор, по-моему, срабатывает, да? Просто какой я гениальный. А я не знаю, сколько патронов осталось, я забыл. Я там только по... Ты готов? Ну, мне нет. Окей, окей. У тебя уже финиш. Ты уже ничего не можешь выкурить или выпить. Ага. Ну, трать, давай. Ну, там просто красные остались, я просто выпил. А, ты еще и в себя стрельнешь. Все, больше нет, я правильно понимаю? Да.
Блин, я просто представляю, если бы он стрельнул в себя, это было какой-то трэш. Наручники, очки и... Ладно. Мне достаточно одна пуля. Так, что мы будем делать? Давайте сначала выпьем, да. Давай выпьем. Сейчас посмотрим, сколько останется. 5 патронов. Пустой. Шанс того, что... Давай. В наручники. Смотри, что сейчас будет. Если я стреляю холостым, это означает только одно, что я могу стрельнуть еще раз. Да, и остается 3 патрона, на которых я могу просто в него выстрелить. Пока. Боже, 10 минут прошло, а я так быстро с ним справился. Все? Слышь? Я все сделал, как тебе надо. Я экшена не испытал. А можно за то, что я с первого раза это все сделал, не? Честно, я с первого раза. Я вообще... Я только зашел, вы видели, нету никаких прерываний. Наверное, потому что это я не знаю. Капец. Congratulations, Рома, поздравляю. Shots fire, child effect, door kit kit, крис... 69 550. Капец. А чё я такой жесткий? Double O Night Unclothed. Дополнительная ночь открыта. Капец. А чё я такой жесткий? Я не понимаю. Там какая-то новая дополнительная ночь. Давайте еще поиграем, потому что у меня мало времени. Вообще, вот сейчас 11 минут только прошло, а я его так быстро выиграл. Я думаю, капец. А я настолько везучий, я как понимаю, да? Ой, что это такое? Телевизор. Что происходит? Что такое? А, это типа кони. Воста. А, это типа... А почему... А чё я нажать ничего не могу? Что это? Что это? А это что такое? А, нету в сети ничего, подожди. Тут какие-то таблетки еще есть. Африт, Афрат. Какие-то таблетки. Консум пульс. May unbalanced all drive. Ну давай! Более сложнее режим. А вот это что вот там? Подожди, а зачем я таблетку бахну? А, кстати, мужика нету. Он его забрал себе. Иди сюда! Я, кстати, с тобой снова колобок. Блин, он так-то на колобка смахивает до поры до времени. Капец. Вот я про некоторые предметы не знаю, которые тут, возможно, есть. Но я не помню, это... А, всего 3 раунда. Давай. Сразу с предметов начнем. Хорошо. Наручники. Вот этого я не знаю, что это. Лупа. Что это такое? 3 жизни, опять. 2 их... 3 холостых. Капец, мне так везет. Ну давай, я хочу стрельнуть в себя. Пожалуйста. Да, остается 2. А вот это что такое? 50% регенерации чарка. If not lost 1. А, я могу один раз проиграть. Дополнительно. Окей. Что я сейчас буду делать? Ну у него... А, ну давай позырим. Ну сейчас холостой 100 пудов. Нет, не холостой. Смотри, держи себе наручники. Держим. Короче, я в тебя 2 раза стрельну. Если промахнусь, береги себя и своих близких. Так, давай я тебя в первый раз. Пока. А у него книга какая-то. Так, и еще один раз хочу стрельнуть. Да не психуй ты уже! Так, я хочу еще один раз стрельнуть в тебя, хорошо? Я стрельну в тебя. Ничего такого будет, да? Если я стрельну в тебя. Да что я творю с тобой? Я ему шанса не даю!
Заметьте, в меня не выстрелило ни один раз. Хотя, очень рано об этом говорить, но давайте продолжим. Капец. И все предметы, которые у него были. Я просто с первого хода его одолел. Ну давай. Так, это опять эта таблетка, наручники, лупа, граната. Что эта граната делает? Три жизни опять. Два холостых. Хорошо. Давайте это что? Имидиатели. Что это значит? Адреналин. Подожди, steal and the item and использовать в имидиатели. Что значит имидиатели? Что сделал? Зачем мне таблетку взял? Пока! Ай! Ты звездец! Так. Давай в тебя стрельну. А зачем я это сделал? А, да. Я надеюсь, что ты выстрелишь в себя. Пока. Вот и все. Бахнули таблетку и все. Я хочу попробовать, что это такое. Что оно делает. Оказывается, эта штука не дает мне хп, а дает мне проигрыш. А зачем? Я так и не понял. Телефон. Нож. Еще один нож. А адреналин мне нафига. 50 на 50. Окей. У него книга стоит до сих пор. Что такое адреналин? Бахни его. Музыка как-то будет. А, я могу использовать его предмет. Так, давай сигаретку. Чтобы он отхилиться не мог, падла такая. Так, теперь 50 на 50, правильно? А что за телефон? Кто-то сказал. Я не понял. Так, давайте сделаем следующим образом. Держи, братан. Давай посмотрим. На всякий случай. Окей. Хорошо, давай отпилим. Так, мне не... Вот честно, мне ничего не стоит стрельнуть в него два раза. Вообще ничего не стоит. Ничего страшного не будет, что если я встрельну в него еще один раз. Там все равно останется либо пустой, либо холостой. Правильно? Правильно. Еще раз. Пустой. Надо было дернуть, кстати. Ты дебил! Там холостой сидит сейчас. Очень интересно. Наручники одел. Что ты забрал? Нож? Ай, блин, мне капец. До свидания. Кто бы мог подумать. Вот падла какая, а? Стулая. Давай еще раз. Не, уже мало времени. И пусть будет так. Может, продолжим в следующий раз этот режим, потому что слишком было быстро. Я уже выиграл его в первый раз, и как-то слишком очень легко. Ладно, давайте закончим на этом. Всем спасибо за просмотр. Этот телевизор мне выкинули, кстати, из зеркала. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Имейте везение такое, как у меня. Только не под конец. Все, всем спасибо, всем удачи. И всем пока-пока. Обожаю вас.